Такие машины, как эта, могут бегать вечно. Только что пересекли территорию нового Тюменкуля. Остановились маленько перекусить. Вот стоит Титан, отдыхает. Богдана велосипед называется Бро. А мой Enduro. А это Богдан уже всверливает, там что-то точит, какую-то вкусняху там. Небо хорошее вокруг. Должна была быть туча, но она как-то мимо нас все ходит. Вот над нами есть. И где-то она ходит, непонятно где поливает. А дальше как Кременкуль заедем, еще снимем. Всем пока. Вот мы здесь, в Кременкуле. Так, еще один селфи. Здесь я снимаю. Дубль 2. Вот здесь какая тишина. И это большое озеро Кременкуля. Здесь водится карп, зеркальный карп. И опять вот эти ребята. Фэтбайк крю. Настоящая православная шаурма, привокзальная, на кефирном соусе, потрясающе, просто восхитительная. Бля, как ты вкусно хаваешь.